Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня на видеообзоре сорт розы Red Leonardo da Vinci. Данная роза была выведена во Франции в 2003 году. Относится к группе Floribonda с привлекательными темно-красными цветками, напоминающими розетки. Сорт очень вынослив, очень устойчивый к дождю. Цвет темно-красный, умеренный аромат. Цветки средне-густо-махровые, небольших кистях. Цветет очень обильно, продолжительно. Роза очень зимостойкая. У нас высажено 5 саженцев в городе Фатеже, это Курская область. Им сейчас второй год. Зимовали они уже зиму без укрытия. Достаточно очень хорошо перезимовали. И цвели практически все лето. Высота у нее заявлена от 60 до метра, но пока у нас они 60 сантиметров. Также ширина около 40 сантиметров, очень устойчивые к заболеванию. Розу всем рекомендую. На данный момент у нас она закончилась. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания, до новых встреч.